Развитие культуры обеспечивает надежную связь между поколениями и целыми народами, духовное становление личности, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей стране и народу. Поэтому ежегодно в конце марта в Российской Федерации отмечается День работников культуры. С профессиональным праздником всех нынешних работников культуры и ветеранов поздравила начальник управления культуры администрации Артемовского городского округа Елена Сахарова. Дорогие коллеги! И уважаемые ветераны, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры. Пусть в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, ярким, полным впечатлений. Благодарю вас за вашу работу, которую вы выполняете со всем старанием, ответственностью. Вы по праву считаетесь олицетворением креативности, талантливости. Желаю вам везения, успехов во всех начинаниях, всеобщего признания, чтобы вы всегда были предметом для подражания. Творческого вдохновения вам, любви, взаимопонимания в коллективе и семье. С праздником!